Всем привет, и мы начинаем нашу новую рубрику, где будем рассказывать о самых читаемых новостях на портале pg21.ru. Ежедневно на сайт pg21.ru заходит 52 тысячи человек. Ну, за неделю, соответственно, около 200 тысяч. Сегодня мы узнаем, что же читали больше всего на прошедшей неделе. На пятом месте Чебоксарка раскрыла секреты успешного прохождения кастинга на Дом 2. Кто бы как ни говорил, что они не смотрят этот ток-шоу, в любом случае новость входит в топ-5 самых читаемых новостей за прошедшую неделю. Отмечу, что эту новость прочитали более 21 тысячи человек. Я не смотрю Дом 2. Ну и такие реплики мы слышим ежедневно, но просмотры показывают обратное. Все самое интересное о том, как правильно проходить кастинг на Дом 2, и не только Дом 2, вы можете прочитать в статье про Настю Лисову. Новость о пропавшем на заработке в Москве мужчине, который рассказал, где был все это время, набрала более 22 тысяч просмотров. Дорогой, а где ты был? Бегал, наверняка подумали вы, но нет. Что же случилось с этим мужчиной, вы узнаете из новости на портале pg21.ru. На третьем месте печальная новость. В северо-западном районе Чебоксар нашли тело парня. Эту новость прочитали более 22 тысяч человек. Следом за ней похожая новость из Новочебоксарска, которую прочитали более 24 тысяч человек. Тело девушки нашли в Новочебоксарске. Отмечу, что смерть не несет криминального характера. Подробнее об этом вы прочитаете на сайте. На первом месте новость касаемо общественного транспорта. Чебоксары бушуют, потому что в городе отменили 4 маршрутки и еще 6 сократили. Мнение города разделилось на 2 лагеря. Одни считают то, что это поможет разгрузить дороги, другие, что на остановках будут большие очереди и люди просто не смогут уехать на работу, ну или куда им там надо. В любом случае, свое мнение вы можете оставить на сайте pg21.ru. А что же будет дальше, мы узнаем в ближайшее время. На этом сегодня все. Ну а мы ждем ваших новостей по номеру телефона 202-400 или заходите на сайт pg21.ru и присылайте нам информацию при помощи сервиса «Добавить новость». За самые интересные новости вы получите гонорар. Хорошего дня и хорошей всем недели.